Сколько дней назад я вышла из комнаты, снявшись с водку цветевших капельниц. Все теперь знакомо и незнакомо. И столько выискала соискательниц права на мое нажитое имущество, что в квартире стены замерзли голые. О моем исчезнувшем всемогуществе вспомнят полусне лишь седые головы, начитавшие в интернете кляузы, где я предстаю недобитой крысой на трубе сидящей. Известно, газовая. Где меня зовут за глаза Раисия, где любой порог, порожденный хаосом человечества, красочно описывают и мне приписывают. Стоило вернуть мне подарок княжеский, сунутый соседке в шкатулку с углями. Тут же понеслась. Про поступок вражеский гласили все, и глазами круглыми намекали мне, что я коматозная, нравилась им больше, чем я живущая. Говорили, яде стала в конец стервозная, громогласная, почти вездесущая. А я только сказала «добрый день», заглянув, как тогда на соседский съезд после выписки. Серая паутинь стародавно меня растерявшей блеск. Только села на каменную ступень за отсутствием в зале свободных мест и надела метельный крест. Спусковой крючок, крест промеж ключиц, исхудавших до безобразия, вызвал смех и злобу из сытых лиц и второй виток пучеглазия. Посреди сравнений колких и верениц, сцены слов под соусом из вранья, я не вижу новых цветных страниц, твердых точек в слякоти бытия. Неужели в коме лежала я?